Здравствуйте, девочки. Поступил запрос на парфюмы. Решила вам про них рассказать. Ни много ни мало у меня их. Сейчас вам быстренько вкратце расскажу о каждом. Очень жаль, конечно, что я не могу вам передать ароматы через камеру. Начну, наверное, с одного из моих любимых ароматов. И это вечная, мне кажется, классика. Это Jadot Dior. У меня вот такой большой флакончик. Вот так вот он открывается. Здесь у меня около 100 мл. И этот аромат, мне кажется, понравится. Это классика, извечная. И мне кажется, этот аромат нравится почти всем. И понравится почти любой девушке после 25. Молодежным я этот аромат называть не могу, потому что он достаточно ярко выраженный, сладковато-цветочный. Очень он стойкий. Здесь отлично перекликаются его ноты орхидеи, дамасской сливы, магнолии. Легкие нотки какие-то фруктовые, груша, мне кажется. И также он перекликается с такими лесными ароматами, как мускус и кедр. Очень хороший аромат, это классика. И мне кажется, что он есть почти у каждой девушки, кто увлекается вот ароматами. И это такая классика. Следующий аромат, и это мой любимец, сейчас вам его покажу, и это Alien, здесь 90 мл, это парфюмерная водичка, вот такой вот интересный у него флакончик, и, девчонки, вот эта крышка, она не открывается, он... распыляется он без открытия, да, потому что у меня просто несколько подружек пришло и уже оторвали эту крышку, попробовав этот аромат, но это мой любимец, он очень стойкий, и он значительно отличается от Jadot Dior, это необычный аромат, это роскошный, загадочный аромат, он очень шлейфовый, девочки, то есть, зайдя в какое-то помещение, выйдете, 100% запах после вас останется, очень приятный. На основе он жасмина, амбры, все это вперемешку с древесными нотами. Этот аромат, к этому аромату, если есть доступ, единственное, жаль, что его очень сложно купить у нас оригинальный. Но на этот аромат стоит обратить, он пряно-сладковатый аромат. Я бы отнесла его к восточным даже больше, восточно-цветочный аромат. Стоит вам на него обратить внимание, очень стойкий, классный аромат. Раз уж я пошла по таким своим любимцам, сразу расскажу вам тоже еще про один свой любимец. Это Нарцисса Родригес, черный. У меня в розовой упаковочке был, 100 тоже миллилитров. И это самый тяжелый аромат, который у меня есть. Это шипровый аромат, мускусный, древесный, амбровый. Очень тяжелый, он очень стойкий, девочки, он нереально стойкий. Одного, то есть нажатия пульверизатора вам хватит, чтобы благоухать целый день. И он самый тяжелый из всех моих ароматов. И, в принципе, намного тяжелее ароматов я даже не нюхала. Кто вот любит такие мускусные, тяжелые, насыщенные ароматы, и это, повторюсь, что это ароматы из группы шипровых, вот обратите внимание, классный аромат, мне очень нравится. Дальше я расскажу вам про тоже извечную классику, Труссард де Донна, у меня, по-моему, 50 мл, да, такая вот классическая у них упаковочка, мне очень нравится этот аромат. Это роскошный, классический женский аромат. Здесь четко перекликаются ноты жасминового чая, кувшинки, пачули, ваниль, сандал. Группа – это цветочно-ориентальный парфюм. Он не просто цветочный, он с ярко выраженными нотками вот такой водяной кувшинки и кедра. Очень приятный аромат, тоже очень стойкий, сладкий. Кто любит такие ароматы, тоже обратите внимание. Дальше пойдем уже по классике. Есть у меня Chanel Chance розовый. Я не знаю точно, как он называется. У меня 100 мл. Они там как-то, наверное, тендер. Chanel Chance. Тоже очень приятный аромат. Древесно-цитрусовый. Здесь четко перекликаются фруктовые
и цитрусовые. Красный апельсин, грейпфрут, белый мускус и жасмин. Это классика, я думаю, что каждый из нас обращал внимание на этот аромат, очень приятный. Мне он очень тоже нравится, он тоже достаточно хорош по стойкости и приятный аромат. Обратите, если никогда не обращали, то обязательно обратите, потому что мне кажется, что этот аромат подойдет почти любой девушке. Следующий аромат, от которого я, кстати, не ожидала такого, мне его подарили, и я как-то осталась недовольна этим подарком, хотя одаренному коню в зубы, конечно, не смотрят. Это Lacoste Pink Touch of Pink. Я, когда понюхала его в баночке, как-то я не оценила его, не понравился он мне. Я и была удивлена, когда однажды я им воспользовалась, разветриваясь и начиная пахнуть, ноты заиграли абсолютно по-другому. Это яркий, молодежный аромат. Здесь этот вообще аромат был построен вокруг ликера Blue Curaçao, и основная нота здесь этого ликера — грейпфрут, ликер, пион, мускус и кедр. Приятный цветочный аромат, очень яркий, цветочно-фруктовый, очень приятный, и разветривается он значительно вкуснее, нежели он в баночке, поэтому обратите внимание, где-нибудь в магазине пробничком воспользуйтесь и увидите, насколько приятно он разветривается и какой он приятный. Следующий аромат тоже мой любимец, это Эклад. Он у меня был, вот видите, он у меня уже такой весь затертый, потому что он уже почти заканчивается. Он был еще в такой вот упаковке пластиковой. Мне очень нравится этот аромат, это, по-моему, классический Эклад, без всяких там приставочек, потому что их сейчас выпустили очень много. Это легкий цветочный аромат на лето, весну, по-моему, это идеальный вариант. Он чувственный, здесь перекликаются такие ноты, как сирень, лимон, фрезия, пион, зеленый чай, кедр, для утяжеления амбра, белый мускус. Этот аромат понравится, мне кажется, очень подойдет молодым девочкам, девочкам, девчонкам постарше, взрослым дамам. Я думаю, что мне кажется, что это не совсем их аромат, но мне очень он нравится, очень приятный, легкий, летящий. Следующий аромат, пойду попроще, полегче ароматы, это Angel Schlosser. И этот аромат очень специфический, он один из самых специфических у меня ароматов. Хорошо перекликаются такие ноты, как мандарин, бергамот, нероли, можжевельник, ландыш и древесный перец. Очень приятный такой он. Он на любителя, я не могу сказать, что он понравится всем, этот аромат определенно на любителя, но он очень приятно начинает играть, его основные ноты начинают играть на вас, и он опять же из тех ароматов, как и Lacoste, он достаточно хорошо разветривается и очень приятный аромат оставляет после себя, нравится мне этот аромат. Также у меня есть из легких ароматов вот такой вот Calvin Klein Into You. Я уже говорила, что у меня есть умывашка белорусская, очень похожа, гидрофильное масло, очень похоже на этот аромат. И это тоже один из моих любимцев. Это цветочно-восточный аромат. Здесь четко перекликаются ноты бергамота, грейпфрута, красной смородины, ваниль, и утяжеляет его кедр и амбра. И очень приятный аромат, нравится он мне, у меня уже не первая упаковочка. На лето, весну этот аромат, мне кажется, идеальный. И еще один летний у меня аромат есть, сейчас я вам покажу его. Это Gucci Flora. Вот такая вот беленькая, есть они с черненькой крышечкой, черненькая здесь бирочка. И этот аромат очень легкий, это самый, я думаю, легкий аромат из тех, которые у меня есть, абсолютно летний, цветочно-акватический. Кто любит водные ароматы, вам сюда, он очень легкий, водный. Здесь перекликаются такие ноты, как розовый перец, пачули, сандал, пион, роза и кувшинка, османтузская какая-то кувшинка, вот эта вот водная кувшинка. Здесь, мне кажется, это первая нота, которую все слышат. Так, следующий аромат, девочки. Следующий аромат, я хочу вам рассказать про аромат. Вот такая вот у меня миниатюрка, очень приятная, Lancôme La Nutrition. Вот такая вот она, очень маленькая, хорошенькая. И это древесный сандаловый мускусный аромат.
Здесь перекликаются такие ноты, как розовый перец, лайм и ирис. Он очень такой эксцентричный, необычный и приятный аромат. Мне он тоже нравится. Вообще у меня нет ароматов, которые мне не нравятся, если честно. Я не привередлива в плане водичек, люблю почти все. И еще хочу вам, девчонки, рассказать про вот такую вот парфюмерную воду для тела. Body Mist. Это от Amway. Аромат очень приятный. Когда почувствовала, сразу заказала этот аромат. Кто любит водные, травянистые ароматы, вам сюда. Здесь перекликаются лимончелло, нектарин, фрезия, лотос и яркие травянисто-цветочно-фруктовые ноты. Он вот такой вот очень приятный, в зеленой такой упаковочке, за целых 100 мл, достаточно стойкий, приятный аромат. И обратите на него внимание, если никогда раньше не обращали. Еще мне нравится очень-очень аромат от Yves Rocher. Это «Моменты радости», по-моему, он на русский переводится. Он у меня уже почти закончился. Вот такой вот он розовенький. И мне очень нравился этот аромат. Это цветочный, легкий, весенний-осенний, мне кажется, аромат. Здесь перекликаются герань, роза, кедр. И вот этот аромат один из частых ароматов, когда где-то в компании у меня спрашивают, что за туалетная водичка на мне. Очень он всем нравится. И такой узнаваемый, популярный, любимый всеми аромат, цветочный, легкий. Также у меня есть вот такая вот миниатюрка, по-моему, здесь была такая оранжевая, ярко-оранжевая, цветочная такая наклеечка от The Body Shop. Индийский аромат, Indian Night Jasmine. Это цветочно-восточный. Здесь перекликается пион, фрезия, сандал и, естественно, основная нота – это жасмин. И я бы даже сказала, что этот аромат все-таки более восточный, нежели цветочный, потому что он такой пряный и приятный аромат. Тоже очень мне он нравится и по стойкости тоже меня вполне устраивает. И хочу вот сейчас рассказать, заговорили мы про стойкость, вот такой вот аромат. У нас в Беларуси вот это вот, это их фирменная упаковочка. Это реплики на дорогие парфюмы, которые у нас очень тяжело достать, хорошие. И эта реплика у меня на молекулу. Вот ищите вот такой вот, здесь вот так вот. Они в магазинах, по-моему, это какая-то турецкая фирма, но, девочки, по качеству это просто бомба, и это один из лучших, он ничем не уступает ни оригинальному Нарциссу Родригесу, либо Жадо Диор. По стойкости он самый стойкий, самый шлейфовый из всех моих ароматов, ну, не включая Альен и Нарцисса Родригес. Это молекула, очень приятный, мускусный, роскошный аромат молекула. Это прям, ну, я не знаю, девочки, создан он каким-то там, я не знаю имя этого человека, но здесь какая-то молекула, эти духи афродизиак, химический какой-то состав, поэтому он называется молекула. Но очень мне нравится этот аромат, очень он приятный. Очень он не легкий, это унисекс, кстати, по-моему. И очень он такой интересный аромат, мускусный. Обратите на него внимание, потому что он заслуживает вашего внимания. И вообще вот эта фирма, и вот это вот эти вот, если увидите где-то вот такие вот синие, желто-зеленые упаковочки, обратите на них внимание, они достойного качества и хорошие ароматы. Также у меня есть пара ароматов от Oriflame. Это вот такой вот аромат. Oriflame Love Poison. Love Poison. Это вообще это не туалетная вода, это парфюмерная вода. Он достаточно стойкий. И он достаточно пряно-восточный, я бы сказала. Кто любит такие потяжелее ароматы, обратите на него внимание. Он очень приятный, он тоже достаточно хорош по стойкости. Здесь перекликаются такие ароматы, как ром, какао, ваниль, имбирь и цитрус. Очень интересное такое сочетание. Мне он тоже нравится, тоже хорош по стойкости. И вот интересные духи, обратите внимание.
Также у меня уже вот закончились, пользовалась я этими туалетной водой очень давно, летом, Midsummer Woman. Очень легкий, приятный, летний, девочки, аромат. Это кто любит водные легкие ароматы, здесь четко перекликается бергамот, луговые травы, лимон, малина, жасмин, мускус, кедр. Вот приятный аромат, и из всех их ароматов этот, на него стоит обратить внимание, девочки. Также у меня от Oriflame есть вот такая вот тоже, опять же, миниатюрка. Нравятся мне вот такие вот миниатюрки. Эмбер эликсир. И это восточный аромат. Амбровый, мускус здесь, сандал, миндаль, черная смородина, виноград, пион. Очень неприятно перекликаются. Это тоже тяжелый аромат. Кто любит потяжелее, обратите внимание на него. Мне он очень нравится. И от Oriflame у меня еще есть вот такая вот водичка. Это Divine. Она такая обычно в длинной такой голубой упаковке. Но это какой-то был их лимитированный выход. Здесь 30 мл, кстати. Это классика, цветочный классический аромат Oriflame. Это лучший их аромат, я считаю. Здесь перекликается бамбук, мускус, лилия, киви и роза. Очень легкий, приятный, достаточно хорош по стойкости, и мне нравится этот аромат. Я думаю, что, по крайней мере, раз его покупала почти каждая девочка. Ну вот и все, что это единственное, что у меня есть еще от Eclat'а, вот такая вот реплика, мне ее повторили тоже. Удобно с собой таскать в сумочке, вот она у меня уже вся в сумочке. Не очень чистенькая, ну удобно, вот такие вообще карандашики, но по стойкости эти карандашики абсолютно не стойкие, и этим они мне абсолютно не нравятся. Вот и все, девочки, что я хотела рассказать вам про свои водички. Если было полезно, пишите или хотите что-то спросить. Всем спасибо, пока-пока.